вам по правой стороне. Да. Переходим к главному событию этих выходных в нашем эфире. Официально и торжественно объявляем, что уикенд Стинга на Радио 7 начинается. Традиционно рассказываем любопытные факты истории жизни музыканта и ставим самые популярные песни артиста каждый час. Радио 7 представляет уикенд Стинг на все времена. Музыкант, певец, поэт, мультиинструменталист, активист, актер и филантроп. Все эти слова уверенно можно сказать об одном из самых популярных людей планеты – Стинге. Ни для кого не секрет, что свой псевдоним Стинг получил из-за своей любви к одежде в полоску. Еще в детстве Гордон Мэтью Томас Самнер отдавал предпочтение полосатым футболкам и рубашкам, за что мама называла его «шалом», то есть по-английски «стинг». Также будущую звезду называли школьные друзья, а позже и коллеги по музыкальным группам, в которых он участвовал. Кстати, Стинг не единственный популярный человек с таким псевдонимом. В мире профессионального рестлинга есть известный борец Стив Борден, который также выступает под именем Стинг. Причем изначально права на этот псевдоним принадлежали именно Бордену, но музыкант Стинг без проблем выкупил их на условиях, что рестлеру тоже можно будет использовать это прозвище. Пожалуйста. Так, теперь вы мне как-то